Как выглядел предок современного комара, можно узнать в историко-краеведческом музее. Здесь открылась выставка насекомых, которым 40-50 миллионов лет. Это период палеогена, глобальная катастрофа уже стерла с лица земли динозавров, до появления человека еще далеко, но появляются новые виды млекопитающих. Внешний вид комаров, мух, муравьев, сверчков и жучков за 50 миллионов лет практически не изменился, а вот современные бабочки гораздо красивее своих прародительниц. На Земле они появились в юрский период вместе с первыми цветами. По размеру крыльев и окрасу доисторические бабочки скорее напоминают моль. В Омск подобная выставка приехала впервые. В экспозиции представлено 30 насекомых. Они дошли до нас в первозданном виде благодаря тому, что застыли в янтаре. В янтаре они сохранились в таком варианте, что можно разглядеть даже мельчайшие ворсинки. Насекомое прилетало на запах смолы, садилось и прилипало. Следующий слой смолы обволакивал это насекомое, капсулировал, и таким образом насекомые сохранились до нашего времени. Каждый янтарный экспонат на выставке в историко-краеведческом музее находится под увеличительной линзой, так что рассмотреть маленькое насекомое посетителям не составит труда. Экспозиция будет работать и до конца лета.